Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя-легенды. Забираем свои награды, и сегодня мы должны выбиться с тобой в топчик. Потому что воскресенье, завтра уже будет понедельник. Так что поехали. Открыть колоду, это я все сделаю. Так, давай-ка посмотрим, куда меня скинули, если вообще скинули. Так, арена. Лига мастеров, 92-я позиция. Серьезно? 92-я позиция. Ну что, друзья мои, 7 откатов у меня есть. Заходим с тобой в магазин, открываем бесплатно пак. Так, Север Монтас нам здесь достается. Это ничего страшного. Здесь забираем награды. Так, сразиться в боях. Так, пойдем быстренько пробежимся по серии испытаний. Давай вот сюда вот. Здесь одна волна, и причем быстренько мы ее разберем, потому что здесь у нас классика, классические черепашки-ниндзя. Ну что, нахлобучим? Да, в принципе, тут одного удара будет от кого? От Усаги? А, ну конечно, одного удара. У него в откате все это. Поэтому придется вот так. И у Шредера тоже, кстати, супер удары в откате. Думал сейчас с тобой по-быренькому здесь шуганем их. Но видишь, по-быренькому не получилось. Ладно, Рафаэля в расход. Лео, угомонись. На тебе. И добивка, все. Обожаю, вот когда вот так вот одна волна быстренько пробегается у нас серия испытаний. У нас сыр, сегодня будем еще попробуем пофармить. Надеюсь, на этот раз будет получше, чем в прошлой серии. Ты помнишь, да? Как игра меня тут киданула. Так, сразиться в боях. Так, ну это Ваня, Ванюшка. Только он остается у нас тут по прокачке. Значит, 10 комиксов. Погнали. Балалайка. Гусли. Трубадурочка. Ну, по крайней мере, комикс нам выпал. Второй. Третий. Так, 3 комикса нужно еще. Еще 7 получается, да? Так, 4-й. 5-й. Тихо-тихо-тихо, пятый, говорю. Да ё-моё, ну... Что ты издеваться-то начинаешь надо мной, а? Понятно, давай поменяем место дислокации. Вот здесь вот. 6-й. Ну что, опять начинаешь, а? Кукла Дарума, всякая дребудень. Так, выпал. Слушай, подожди, сколько там еще осталось? А, еще 2. Последний, ну, будь ласка. Нифига. Твою плешивую дивизию. Ну что ж такое-то, а? Ладно, друзья мои, пицца кончилась. Может быть, где-то мы ее сможем набрать. Может, тут событие сегодня на пиццу. Поднять уровень персонажа. Погнали, где у нас тут? Хватает, 7000 мутагена есть в запасе? Есть, значит, морозильная кошка получает бонус. 51 уровень. И мы с тобой забираем наградушки. Так, и так. Все. Так, что у нас по монетам? Блин, надо в магазин заходить. Монеты, предметы. 52. Жаль, жаль. Нам не хватает, да, с тобой? Хотелось, конечно, мне прокачать Леонардо Космос. Слушай, смотри, что у нас получится. У нас, кстати, майки уже на подходе. 29 ДНК, и он будет тоже прокачан. Откуда у меня столько? На Лапекс у меня 21 жетон. Точнее, ДНК, ё-моё. Тут 52 ДНК. Нахапал хапуга, да? Так, энергии. Тут можно, кстати, пиццу посмотреть. Откаты я, как всегда, забыл перед началом серии глянуть. Это в моем репертуаре, друзья. Не удивляйтесь. Так, ну что, давай тогда быстренько с тобой. Быстренько с тобой зайдем в космические странности. И попробуем. Ноутбук Донни. Вот, Леонардо Космос. Вот это вот уже совсем другой разговор, ребята. Совсем другой разговор. Единственное, конечно, мне Донни здесь не нужен. Рафаэль Космос, спасибо. Вот это, ребята, исправление за вчерашние ионные пакости. Игра вчера меня просто выводила из себя, ничего мне не давала.
Да ты смотри, она выдала мне все, что нужно. А это Донателло мне не нужен. Круто. Очень даже круто. Интересно, Фортуна вот здесь вот улыбнется, если я... Кажется, вряд ли. Ну-ка. Блин. Ну, по крайней мере, здесь Донателло нету, да? Здесь прибавляется Донни, а здесь его нету. Ну что, рискнем? Приманка для маузеров. Блин, и 7 осколков этих. Ладно. Ну, там, по крайней мере, все, что могли, выудили. Так, ну а теперь, друзья мои, естественно, турнирная арена. Топчик, как я тебе и говорил. Потому что завтра, друзья, я иду на работу. Сами понимаете, понедельного буста у нас не будет. Хотя, подожди, почему не будет? Если я приду... Нет, в понедельник не будет видоса, скорее всего. Потому что я приду в понедельник в 11 часов вечера с работы, ну в 10. Пока сниму, где-то полчаса, да, этот буст у нас будет длиться. Поставлю на рендерик, и только лишь во вторник он в лучшем случае появится на наших экранах. Но бустить надо обязательно, ребят, потому что, ну вы сами видели, как неделя вот это тяжело у нас шла. Пока мы с тобой до Лиги Самураев добрались, да, скрипя зубами. Сколько времени ушатали. И потом вот до сих пор, воскресенье, вроде бы конец, как говорится, неделя, я еще до сих пор даже первого места не понюхал. Вот и делай выводы. Так что буст в понедельник будет. Единственное, что серия выйдет во вторник. И опять же, у меня буст будет не сам, не по откату. Ну ты сам понимаешь, 10 часов вечера. То есть там уже все вот эти вот мелкие щели, где вот эти вот пройдохи могли засесть, они уже засядут. То есть мне придется прорываться просто через эти джунгли со своей мачетой, со своими персонажами. Ну, как всегда. Ну, разве у нас бывает что-нибудь такое на халяву? Без боя никуда. Мы рожденные войной, ё-моё. Че куда несет, ё-моё? О чем ты думаешь, Рэй? Хорош. Завязывай давай. Так, ну что, погнали. А здесь... Что ты делаешь? Ё-макарёк. Я вообще собирался не это сделать. Ты хоть понимаешь, что ты сейчас натворил, а? Супер Шредер. Ты понимаешь, как ты сейчас подставил? Ты должен был сделать массовую атаку. Все, кранты, короче. Дуралей, а? Это я просто, ребят, тут пока смеялся. Да смеялся, ё-моё. Тыкнул не туда, куда надо. Надо было на шипы, естественно, на шипы. Вот на эти, а сейчас уже поздно. Блин. Ну что вот. Сейчас этот бибоп еще кого-нибудь нахлобучит. Я даже знаю, кого он нахлобучит скорее. Хотя, подожди, может быть, не успеет. Надеюсь, не успеет он. Все. Ну, Шредер, конечно, да. Врубил, блин, свое отхиливание. Как будто оно здесь нужно было кому-то. Так, ну что, друзья мои, я думаю, что нам хватит. Блин, 75 позиции. Хватит ли нам? Вот вопрос, хватит ли нам? Погнали, будем смотреть. Так, Рафаэль, подожди, не до тебя сейчас. Ну, что тут еще? Леонардо. Да, в принципе, давай возьмем слабочков, фиг с ним. Я думаю, что Армагон и Лео должны справиться. У Армагона все-таки жесткий такой удар. Там остается просто Леонардо добить их. Хотя тут маузеры, они как по инициативе. Сейчас посмотрим. Слабочки. Я думал, что они Леонардо могут переплюнуть на своем 79 уровне. Но, видишь, ничего у них не получилось. Из-за этого не получили по рогам. Ну, а мы с тобой двигаемся дальше. Надеюсь, 60-ю позицию дадут мне сегодня. 65-ю, окей. Рассчитываем с тобой на сколько? Ну, на 6 поединков. Получается, да? 6 поединков. Берем Армагона. Возьмем Зека, Ваньку тут прихватили с собой. Рокзарт, зачем ты мне здесь нужен? Подожди, а почему? Нужен нам Рокзарт? Эй, Донни, отойди. И... Давай Донни возьмем. Хотел Криса Брэдфорда взять, а потом подумал, что Криса можно взять и в следующую команду, да? Ах ты жук, ты навозный. Бакстер Стокман.
Слушай, ну замедленнее, кроме сплинтера. Всех. Этот дебаф? Нет? Ты смотри-ка, на Армагошу. На Армагошу потянул, хан. Ничего себе, он в себя поверил, что ли? Я не понял. Так, жучара. Давай уничтожим Бакстера. Да ладно, сплинтер, успокойся. Баф твой тут уже никому не нужен. Вот, получите, распишитесь. Четенько все. Достаточно было гранатометного удара, и все по койкам разлетелись. Так, ну что, дадите мне 55-ю позицию, а? Плиз, 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 плиз. 57-ю. Все равно сегодня она начинает хандрить, а? Она начинает хандрить, она не дает мне то, что я у нее прошу. Поехали, Рафаэль, Майки и вот этих вот двух партизанов. Ты спросишь, что я делаю? Я делаю следующее, ребят. Я просто сейчас, чтобы откаты поэкономить, трачу вот этих вот бойцов. Потому что потом в любом случае нам придется двоих персонажей брать. Это Армагона и там Супер Шреддера, да? И, соответственно, с ними выпускать уже малышей на эстраду. Поэтому я сейчас вот так вот и делаю. Могу себе позволить. Тихо ты. Маузеры совсем припухли, я смотрю. Ну да, они... Слушай, как они так сделали? Армагон сходил первым, почему у нас... Я уже, знаешь, как, когда играю, куда-то в астрал летаю. У нас Микеланджело вообще сходил или нет? Он хоть делал этот, как оно, уклоняшка, или пропустил? Так, ну что, давай здесь теперь попробуем. Армагон, Бакстер. И как ты думаешь? Ну ладно, будем надеяться на то, что... Железноголовый, конечно, по инициативе здесь полный трэш. Так что давай сделаем, наверное, вот таким вот ударом первым. То есть понизим атаку. Так, иммунку вешает. Теперь сделаем с тобой массовую атаку. Окей. Кому-то сейчас будет больно, да? Бакстер стук, он выжил. А это хильнуло, а? Тихо, блин. Ребят, по-моему, сейчас положат. Не прощу. А чё это так? Фига себе нас тут. Обалдеть, один Армагон выжил. Да это чё за дела? Чё за пироги такие? Я не понял, с клюквой. Зашибись, я вот на это я не рассчитывал. Серьезно тебе говорю. Ну, команда фуфлыжников, что я могу сделать? Ну, 42 ступеньки всего лишь пролетели. Ладно, ребят, пора браться серьезно. Пора браться серьезно за это дело. 7 откатов у нас есть. Естественно, мы с тобой берем сразу же Армагона, Супер Шреддера. Это чтобы быстрее все это было. Мои вот эти вот маленькие малыши будут смотреть врагам в глаза, когда они будут у них на коленях просить прощения. А я буду мстить. Мне зло прям распирает. Нифига себе. Поехали. Супер Шреддер. Тыч. И Армагон. Разговор короткий. Максимально короткий. Тыч. Все. Так, и смотрим. У нас 40-я позиция. То есть в любом случае это где-то... Получается, 4 поединка надо сделать. Это если по 10 ступенек мы с тобой берем, да? Сейчас посмотрим. Должна быть 30-я позиция. Не, ну в таком случае, получается, так можно и 5, и 6 поединков провести. Откатов-то у меня не хватит. Доллары, правда, есть, но... Блин, когда-то мы с тобой накапливали по 1500-2000 долларов за неделю. А сейчас нифига не получается. Какие-то траты вечные, куда-то тратим. Что-то покупаем. Вроде кажется, все же есть, что покупать. Не знаю, ребят. Откаты, да, я вспомнил. Потому что бывали такие недели, когда нам не надо было покупать откаты, телепорты. Мы просто с тобой эту сумму переносили на следующую неделю, да. Из-за этого только. А вот недавно я покупал, сколько, 220-250 телепортов нужно было, да? Вот они и траты, вот она и нехватка финансов. Ну что,
21 ранг, как ты видишь. 17-24 берем. Опять же делаем. Давай вот так вот. Добровольный откат. Раз, два и три. Поехали. Бомбическая сила. Ну что, приступим потихоньку. Тихо ты. Ну да, конечно же. Забыл совсем, что Майки здесь рулит. Именно по инициативе. И добивка. Шукс. Все. Ну что, погнали далее. Так, сейчас посмотрим, где мы с тобой окажемся. Давай 10-ю позицию и все. И... Блин, 12-ю. Не 11-ю дали, 12-ю. Ну, ладно, ладно. Два поединка. Блин, у меня один откат. Твою налево. Что будем делать? Давай за рекламу посмотрим. А? Как раз нам этого хватит. Ну что, друзья мои, все посмотрел. Теперь у меня 11 откатов. И мы быстренько с тобой перемещаемся в продолжение поединка. Так, у нас ранг 15. Поехали. Противнички. Геройчики. Давайте, выходите. Раз, два, три. Ну, один поединок, максимум два. Сейчас посмотрим. Шикандуй. Чикс. Нормуль. Прописка. Замечательно. Ну, мне кажется, 12 ступенек, конечно же, нам фиг кто даст перепрыгнуть. Поэтому третья или четвертая позиция будет. Вот, давай посмотрим. Ну-ка. Ну, я же тебе говорил, третья или четвертая позиция будет. Поехали. Вот теперь точно последний бой. Возьмем, наверное, с тобой. Давай Сплинтера. Ой, Сплинтер. Господи, Усаги и Сплинтер. Ну да. Почему я о Сплинтере подумал? Ладно. Друзья мои. Сейчас быстренько разбираемся и все. Нам остается ждать только понедельника. И все. И никаких проблем. Влупляем. Блин. Даже слов нету, я хотел. Какого лешего-то? Ну вот и все. Это был последний, друзья мои, бой. Так. Поехали. Забирать первое место. Так сказать, топчик. Вот оно. Ну и на сегодня вроде бы как все. Так, пицца. Что мы с тобой хотели? А, нам же нужно было найти на Ваньку. Кстати, на Ваньку найти — это одно дело. Вот, мы можем с тобой где пиццу-то заработать. Че это мы с тобой? Совсем забыли, что у нас есть груша для битья, это пиццелицей. Ну-ка, шурк. Сейчас, по-моему, будет... Ну, нам хватит с тобой сейчас, вот поверь, набрать пиццы, чтобы получить... По-моему, там последний, да, нам нужен комикс. И мы его обязательно сейчас получим. Ну, естественно, прокачиваем Ваньке ранг 6 ступень на скилл, на базуку. И уже берем кого-то другого на прицел. А вот кого? Может быть, Донателло? Мы же вроде бы хотели Доника, да, прокачать? Или как? Ребят, пишите в комментариях, кого будем дальше прокачивать. Так, ну, 39 пиц, я думаю, этого достаточно. Ну-ка, Ванюша, иди-ка сюда. Ищем комикс на тебя, последний. Вот он. Вот и все. Делаем прокачку. Замечательно. Ну все. Кто у нас? Так, Джастин прокачан. Я знаю, Донни, у Донателло все. Да, у него тут все по 6 ступени. Донателло железная голова тоже. У Сплинтера, по-моему, тоже, да. Все на 6. Шредер у Карайки. По-моему, Карайку мы тоже прокатить дашь. Все на 6. А кто же тогда у нас отстающий? Змейка Вью? Да нет. Блин, Тимати, Тимати, я не хочу, ребят, прокачивать. Хотя надо бы, но
мне кажется, не стоит пока вливаться в Тимати. Тут есть как бы и посерьезнее, да, у нас бойцы. Так, погоди-ка секунду. Ну вот можно Паукуса прокачать, в принципе. Микеланджело ролевой. Подожди-ка, где у нас? Эти же все прокачаны. Супер Шреддер, да, прокачан. Бакстер Сток, он, по-моему, прокачан. Майки. Ну да, друзья мои, пишите в комментах. Короче, кого будем прокачивать? Может быть, нейтрализатора? Ну, не Муху, это точно. Можно Рокс или Пиццелицева. Леонардо ролевой. Нет, его не будем. Желательно, у кого 5 звезд. Может быть, этого Леонардо. Я вот, наверное, предпочел бы Микеланджело. Или Паукуса. Ну или Змею Карая на худой конец. Да, как-то так. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам. Мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты. А вот и мы, здесь четыре ниндзя-черепахи. Твои кумиры от приемов, соперники в страхе. Наша квартира андеграунд, канализация. Мы пиццы-короли, срываем овации. Непобедимы мы, круче всех. Мутаген дал нам это в нем секрет. Из тени на свет, с нами делаешь шаг. Хорошие парни будут побеждать. Леонардо, лидер команды. Он первый среди нас, он талант из талантов. Донателло разберет и соберет механизмы. Рафаэль, ему не занимать харизмы. Микеланджело, он уникален. Если где-то вечеринка, значит там этот парень. Мастер спринтер обучил их всех умению драться, чтобы быть командой, зеленым братством. Мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты.